Хигураши Нанако Корани, 74-й эпизод. А, у нас остались бонусы. この度は日暮らしの泣く頃に水暇つぶしをプレイしてくださり誠にありがとうございます。Ну, не сколько познакомились, сколько я просто понял, что Дайски он озвучивает Акасаку, потому что я смотрел Хигураши очень давно, уже и забыл про это. А в новых Хигурашах его почти не было, там совсем чуть-чуть он там появлялся, не обращал внимания. いやいや、なんだかんだと言いましても、今回のシナリオは私の独壇場でしたからね。しかも渋いジャズ調なテーマ曲まで追加。これで笑えなきゃどこで笑えって言うんですかね。なっはっはっは。というわけで、大石はそろそろ出過ぎなのですよ。フォンパショー。え、それどういう意味ですか、リカブク。言葉通りの意味じゃい。あれだけ出番があってここまで出張ろうとは、身の程をわきまえないにも程がございましたよ。今回はメインヒロインはリカちゃん以外みんな出番ほとんどなかったからね。今回は箸休め的なシナリオだからとは聞いてたけど、ここまでメイン勢がないがしろにされるとは思わなかったよ。ケイシェ、フウ。ミオンさんはまだいい方ではございませんの。多少は登場していましたよ。私とレナさんなんか気配も出てきませんでしょ。レナ、кстати, тоже не было еще тогда в деревне. Садака, в принципе, могли, но рисовать модельку смысла не было.レナはジャケットにも登場してますですから、まだマシなのですよ。だからな、リソーカンパニーバラ。ну и, может быть, сейчас я уже не помню, как сейчас они выглядят. Ну, как лицо игры, так и лицо компании, да. ということは、つまり何ですの？私だけが一人の獣で出番なし、ということなんでございますの？ニッパーン。ニッパーン。私だけこの扱いはひどいですわ。かわいそかわいそですよ。きっとだんだん扱いが悪くなって、最後には脇役に転落しているに違いないのですよ。Забавно, что по итогу ее сделали главной. Ну, в продолжении.Ну, откровенно говоря, меньше всех любили из основного каста в прошлом, по крайней мере. Сонна хидой отскай ни нанка нарагай ё, не? Конна отскай, ия десу ну! Китто, цуги косо дебан га иппай ару то ому на! У неё в прошлое было, куда больше.В пятый у нее будет глава, еще на раз расчленяться в подробностях. Скажи, 今回のシナリオはおまけ的なシナリオとは聞いてたけど、実際どうよ。なんだか随分話がややこしくなったように思うんだけど。僕には難しくて。よくわかんないお話だったのですよ。Скорее, сильно упростили, наоборот. Решили помочь. うん。何しろ信じられなかったのが、連続開始事件が起こる前の年に、もうリカちゃんがそれを知っていたので。Да, вот мне интересно, как они это обсудят внутри этой штуковины, что сами предложат. ってことは、つまり、
全ての事件は最初から予定されたシナリオってことになるんだよね。これはかなり大きい情報だよ。Но мы знаем, что это абсолютный бред, потому что рандомные действия условного Сатоши, да, явно не могут попадать в планы, чьи бы это ни было. 僕がきっとミコなので、お社様のお告げで未来が分かったに違いないのですよ。人間犯人説の私としては、それは真っ先に否定したいところだな。Кстати, как стороннику человека, она уже проиграла, потому что тут сторона мистики, так как уперство не человеческая сила. レナはタタリ派なんで、ヒナミザを見守るお社様の生まれ変わりであるリカちゃんに、そういう神通力もひょっとするとあったんじゃないかなって思うな。ああ、ダメダメ。人間派はそういう得体の知れないファンタジーは一切認めないの。Тем временем, да, брат на пшейках. Казалось бы, наоборот, все более мистическое, но там краски все человеческие.事件はすべて人間の仕業。たたりも魔法もイカ様もズルも一切なし。僕は魔法とか使えたら素敵だと思いますのですよ。魔法少女リカちゃん。リカちゃんならなんとなくそういうのが使えてもいいかなって思うな。ハウ。まあ人間派にとっては最後の最後でとにかくこれはでかい情報だね。最初の事件からリカちゃんが殺され大災害に至るまでが全てシナリオ。Это не подсказка, это фальшивка. Хотя, опять же, скрывающаяся за этим есть подсказка, что кто-то вообще стоит за чем-то, но явно не за всеми убийствами, да. То есть они хелпали только там, где нужно было подхелпать. А если что-то происходило, то оно происходило, опять же. Сатоши в планы явно не входил ни в какие. Именно что вот все случится так, как случилось. То есть если с родителями Рики понятно. Опять же, родители Сатока тоже отвалились совершенно случайно. Смотри, мару-мару 一つの事件だったってことが分かるだけで推理材料は格段に増えるんだから。レナはこの予言こそ、つまりリカちゃんが神通力を使える証拠。つまり、ひなみ沢村には不思議な力が存在するんだってことの証拠になると思ってる。人間だけに起こせる事件じゃないことの証明になるんじゃないかな。僕は頭がこんがらがってわかんないです。そうだそうだ、それよりもさ、今回リカちゃんが見せたあの表情、なんだか怖かったな。Вот реально, типа, человеческая сторона никак не может объяснить поведение шестилетней девочки вообще никак. Даже пяти, да, это же было там уже. Да, даже пятилетней. Нет, шестилетней, да, и одиннадцать. Шестилетней девочки. Типа, ну, это просто никак не объяснить. Типа, ни один вундеркинг так себя вести не будет. Это раз. И второе, опять же, шестилетняя девочка не может знать все планы на будущее. Так что, ну реально, после этой главы верить в людей на 100% становится просто глупо. Хочу шучу, я в принципе, ну, этого арта я не видел, конечно. Точно в Авашке было, кстати, реально. У нас гачарты, кстати, есть.
Ну, удивлен, что она все еще живая. Думал, отъедет быстрее, actually. Думал, типа, аниме закончится, типа, и все. Но нет, как-то поддерживают. Ну, они, конечно, недорогие в производстве, это вам не КСР, Геншин, там, Ханкай, все вот эти крупные. Они по-любому не настолько дорогое обслуживание, но все равно периодически закрываются всякие тягачи по играм, ой, по фильмам, по аниме. Слушай, Хигураши сейчас далеко не на хайпе. あんな笑い方をするとは思わなかったよ。ねえ、ちょっとさ、ちょっとさ、もう一回あの顔をしてみせてよ。嫌なこったなのですよ。嫌なこった。レナも劇中以外ではしてほしくないな。動きをしますとバルカン一斉射撃から誘導ミサイル連射、そしてとどめにレーザーサーベルメタギリをお見舞いしましたよ。ロブシカサトコ、サトコ、これは何の真似？あはははは、эти чудес забыли。А это Кана。出番なし軍団、これよりお疲れ様会を占領させていただきましたよ。あはははは。なんだか素敵な登場をありがとう。改めまして皆さん、こんにちは。いやー、まさかこんなところで出番があるとはな。思わぬ出番が嬉しいよ。さとこちゃん、ありがとう。なさらない方がいいと警告しましたよ。竜宮さん、大丈夫ですか？北条さん、ここまでやらなくても。У честницы была реплика в этом в подсказках. Уже больше, чем у Сатока. 出番がなかった恨みは恐ろしいんですのよ。本編の分までサトコが大活躍なのです。出番なしの恨みってわけか。くそ、いつの間にこれだけのトラップを。ここがお疲れ様会の会場に選ばれた。ловушки Сатока без магии. По щелчку пальцев. その時点ですでに私のトラップにかかっていたということになるんではありませんの？そうか、わかった。あんたの後ろで糸を引いているやつがいるね。いるんでしょ？出てきなさい。ハロロ、マイシスター。マイシスター、ごきげんよう。あ、しーちゃんだ、こんにちは。同じ罠に二度もかかってかわいそかわいそです。やっぱりシオンか。何気に主役張ったシナリオまであるのにこのローゼ系。お、уже спалили это, что она главной будет。あんたやってくれるじゃないの。回答編前の折り返しおまけシナリオとはいえ、お姉だけに出番を許すほど私も寛大じゃないってことです。まあ、そんなわけでちょっとサトコを焚き付けさせてもらいました。シオン、あんた何が望みなの？安全圏の確保とでも言いますか。昨今ですね、どういうわけかお姉がじりじりと票を伸ばしてるんですよね。共通ルートのみーちゃん萌えって意見が開発陣の間でも結構多いんだよ。
Помню даже времена, как в этих благо проголосовалки забавные. Коидино вару янта на буру га дете, плеяр шокей ва ятто аташи но мирюку ни кизуйте кита тте кото да не. Сатоко мо татари гороши де коухёка раши ши. Лена я Рика-чан нива незуёй котэйхё га ару ши. Анта но нинки мо токку ни кагетте ру тте кото да не. そういうわけで、不穏に票を伸ばすお姉やさとこをここいらで一つ叩き落としておこうと思いまして、こういう王子掛けを打たせてもらったというわけです。あ、シオンさん、今何と言いまして？私も叩き落とすですって？おちびちゃんは気づくのが遅いようで。そら！皆さん、こんにちは、イレギュラーの皆さん。あんたたちメインヒロインはこれでおしまいです。シオンちゃん、そこまでやらなくてもいいんじゃないかな。まあまあ、ジロンさん、面白いからほっときましょうよ。私たち二人の出番がいっぱい増えるのよ。Только в шестой главе, если честно, я помню много. Ну, понятное дело, в седьмой и восьмой тоже много, но там уже, считай, другая игра. А в пятой, по-моему, еще не особо. Джиро-сан, вот что еще? И я? そんなことないよ. からは教えて千恵先生のコーナーを作ってくれるって言うから、つい。さーてっと、誰から恥ずかしい処刑をしてあげましょうかね。王子掛けを手伝ってくれたお礼に、さとこからかな。それは許しませんよ。トーン！Давай без кринжа, плиз. Кантоку! Нандака, мезурашку таномошку миемасу ва. Сатоко-чан ни тайсуру роузеки ва, ватакуси, Ирие Кёсуке га юрусу ваке нива икимасен. Ватаси мо вакияку иппа дева аримасу га, кайжю декиру то омоанай кото десу ё. Ария, коно ато ни шуроку ётей но...実録、さとこメイド教育、着せ替え編の主役は降板したいと。シオン様、この入り江、一生どこまでもついてまいります。怪獣早。さーて、これで全て私の支柱ですね。これからはお疲れ様会もシナリオも全て私の思うままに進めさせてもらいますね。あれ、一人足りない。シオン様、リュウグさんがいません。いつの間に抜け出したのか。いた、リュウグさん。さっき身動きしてはいけませんって言ったはずですよ。レナちゃん、悪いことは言わない。抵抗しない方が無難だよ。レナ、悪いけどこんなやり方おかしいと思います。ну да, それは何の真似？ какая площадка такая, такой контент, как говорится. 目明かし編の台本？なるほど、登場回数を削られる前に確保しておこうという魂胆ね。Рано, жди шестой, там тебя будет навалом.
無駄な抵抗を。レナさん、無駄な抵抗はよして、おとなしくした方がいいと思います。私をあんまり怒らせると、あなただけでなくお姉たちの処遇も変わってくることになりますよ。台本を覚悟したくらいじゃ何もできないよレナ。ここは悔しいけど言う通りにした方が。大丈夫、安心して。この目明かし編の台本が加わったことで、レナたちはこの状況を逆転できるの。逆転？一体どんな秘策があるというんですの？レナさんは結構笑わせるのがうまいですね。なら試してみたらどうです？その逆転ってやつを試しに見せてください。しーちゃんは甘えてる。本編にいくら出番がなかったからって、こうしてお疲れ様会でこれだけの出番を得ているのに甘えてるよ。私がいつ甘えたって言うんです？しーちゃんは分かってない。たとえお疲れ様会だけといえども出演し、他のシナリオにもあれだけ登場しておいて、この狼藉。そんなしーちゃんは許すことができない地獄の怨嗟が聞こえてこない。そうか、わかりましたわ。そうか、ケイちゃんか。そうだよね、お疲れ様会はいつも出番なし。そのケイちゃんを差し置いてお疲れ様会占領なんてケイちゃんが許すはずがない。なるほど。で、その未だに収録居残り中のケイちゃんがどうやってここへ現れると？まさかケイちゃんを私たちの誰かが追い抜いたわけでもあるまいに。そう思うのがしーちゃんの慢心だよ。いけない、あれは赤坂編の収録ワード数表。知恵先生、レナちゃんを取り押さえて。した？え？もう遅いよ。いよいよ出番だよ、ケイチくん。おお、グリンチマン is back。その声は。ケイちゃん？まさか、ケイちゃんは収録居残り中のはず。そうさ、今まではそうだった。収録居残りのたびに、残りワード数で誰かを抜けば、お疲れ様会に参加してもいいよ、と言われ続けて。ああ、типа раньше у него всегда было первое место по строкам, потому что он был главным героем, а теперь он не главный герой, у него вообще было ноль строк. それでも他のキャラと比べても2倍。あるいは3倍以上もある分量をこなすなど不可能。というか、最初から参加させる気ないだろ、音響監督さんよ！と思って諦めてきたが、ついに俺は抜いた！あるキャラを！シオン、これを見やがれ！え？げー！そう！主役として登場パターンが増えたシオンは、当然喋るワード数もこれまでの2倍。あー、еще Рика что ли。しかもミオンとキャストが同じだからさらに2倍。その結果、俺はようやくついに居残り免除。そしてシオン、今度はお前が居残りだ。嘘。私次の目明かしでこんなに喋るんですか？Ну да, а, ну да, там же от ее лица вообще, в принципе. Кей-чан га як 500, де Сион ва 2705! Коре, фуцуно адвенчар гейму нара зен кяра но согоу кейсо да ё! Шикамо коре ни Мии но кацу га куавару но десу. Соно кацу я нанто. Ааа! Кики-катанай! Мион тоже много довольно, я да.
コーチにいたクラム。というわけでだ、レナ、感謝するぜ。月にすら見放され、真の闇が地上を覆いし時、漆黒の魔王、前原啓司降臨。一緒に нарисовали. А, понятно, для этого картинки не надо. Да и не нужны ни картинки с ним, ни заднего плана. Очень мило по отношению к разработчикам. Сион! Марде 自分が悲劇の主人公みたいな振る舞いだったが、俺から見れば実に滑稽千万。少しいい気になりすぎたみたいだな。お疲れ様会の旅に常に居残りになって慰労の一杯にすらありつけなかった俺の怒りを、恨みを、悲しみを今こそ教えてくれるぜ。なんだかケイチ君、悪の化身みたいだな。化身じゃない、魔王と言ってもらいたいぜ。そして俺が抑圧された悪夢の中で手に入れた闇の力はまさに無限大で無量大数。俺の俺による俺のために作り出したこの闇の世界では俺に逆らうことは何人にもかなわぬのだ。キイチ君、なんだか怖いな。怖い？怖い日暮らしの時間はもう終わりだぜ。ここからはポップでキュートで萌え萌えな日暮らしが始まるのだ。Он проблеск, что ли? なんですって。前原様、ぜひ私もお供に。監督は分かってるじゃねえか。じゃあお医者な監督をしもべに迎えた第一弾として我が魔力を見せよう。なんなのこれ。高野さんがミニスカなナスさん、ナス服に。Это реально блеск. Вот откуда взялась идея для создания этого. しかもピンクとかのギャルゲー的な色じゃない。分かってる。ちゃんと清楚な純白だ。ナースさんの分際で本編で一度もナース服を着ないとは笑止千万。さてと次の標的は。レナ、これじゃ全然形勢は逆転してないよ。新しいピンチを迎えちゃってるよ。Тогда еще рекламировать было нечего. Хотя, опять же, если там... Ну нет, а чаепитие было и в оригинальной новелле. Не спрайты, а сиджи тут нужны были бы полноценные. Тогда хотя бы какой-то смысл был, да. Сааате, 次は誰にどんな衣装を着せようかね。手堅く。制服、体操服、スクミズの三段コンボでも決めとくか。前原様、最高っす。その後はバニーさんにコンパニオンに、いえいえ、レオタード姿もいいですね。いやいや、いっそみんなお色気ぜ。もちろん靴下は残すのであります。おおおお、それいい、分かってるじゃねえか。監督、俺やっとあんたと打ち解けられた気がするぜ。いえいえ前原さん、いえケイン、私のことはこれからはイリーと、ドクターイリーとお呼びよ。ケイ、僕たちのことも忘れちゃ困るよ。Все здесь, мои хихаха, все здесь. Томми и Клауд, мы всегда на Кейно с вами есть. Даже эти клички. Томми, Клауд, наконец-то собрались. Стенно,
ここに剣山だ。ついに K を筆頭に悪の四天王が揃い踏み、暗黒を得てついに地上に降臨を果たした漆黒の魔王前原圭一。その魔力は絶大にして無比。この闇では誰にも立ち向かえない。屈するほかない。ああ、ヒロインたちはこの闇を抜け出せず、魔王たちの思うがままに恥ずかしい衣装を次々と強要され、永遠に等身大着せ替え人形の扱いをされてしまうのか。最高だぞ、もっとやれ。っていうかスクミズはちゃんと旧タイプだろうな。共栄型だったら許さんぞ。ったくシオン、あんたのせいでこうなったんだから、あんたなんとかしなさいよ。大丈夫ですお姉、暗闇の中で真の力を売るのはケイちゃんだけじゃないです。え、そんな都合のいい味方ここにいましたっけ？チョコザイナ、その先シオン。ちなみに校長先生を期待してるなら残念だな。男子本会ここに極まれり。男たるもの最善を尽くすべしとお墨付きがちゃんとあるのだ。もちろん新登場の赤坂さんに頼ろうとしても無駄だぜ。昨日からお嬢さんを親類に預けて夫婦水入らずで温泉旅行だそうだからな。つまり жена мертва、с какой женой он уехал。八方ふさ甘いですね、ケイちゃん。安易に闇の世界を生み出して妄想全開スチャラが万歳ってやってしまうと、とある誰かの真の姿を表すことが可能になるのです。というわけで知恵先生。そういうわけです、前原くん。真っ暗でよく見えませんけど、なんだか知恵先生の服装が変わってますわね。何ですの、あの両手にいっぱいの剣は。ああシエル、まさかそんな月浜もない。それはいくらなんでも反則、うん、それ以上は内緒なのですよ、ニパー。前原くん、少しお板が過ぎたようです。これ以上は教会も見逃せません。ノー、напоминание о том, что прототип Чей-сенсей, в принципе, это просто отсылка。ちょっと待てよ、これはないだろ、映るだろ。おい、こんなのなしだろ。わわ、その でかいのは まずいって。は早すぎる。あんたその動きは絶対人間やめてるだろ。ギャギャギャギャUra, оно закончилось. Ой. Нет, еще нет. Аратамемаште, конничва. Коно таби ва Хигураши но наку коро ни суи, хима цубуши о отаношими кудасари, макото ни аригатоу гозаимашита.Мне кажется, по сравнению с приключенческими романами, теми, где игрок может повлиять на ход истории, цикады больше похожи на книгу или кинофильм. Ну, книгу, да. Иногда нам пишут, что из-за этого даже игру называть не стоит. Сука. Если бы цикад подобно книге или кино можно было только смотреть или читать, тогда они не игра. Но, как вы сами знаете, в них полным-полно загадок.Вот, когда вы пытаетесь разгадать, тогда цикады игрой становятся. Плеер の皆さんには、この謎に満ちた物語を様々な角度から捉え、吟味する権利があります。例えば、劇中に散りばめられた謎について推理をし、それを発表して反響を得たりすることもまた楽しいかと思います。Ну что ж, следующей главы?Наконец-то начнется глава ответов. Ее название Мэка Шихэн, глава раскрытия тайны. Но, к сожалению, ответ на загадку такая штука, которая
будучи раскрытой, разом сводит все воображаемое решение на нет. И поэтому, мне кажется, можно сказать, сейчас вы находитесь в той самой точке, в которой интерес от цикад больше всего. Надо отметить, что переводчик с данным мнением не согласен и утверждает, что дальше будет лишь интереснее, хоть безусловно в другом плане. Ну, а я тоже считаю, что условно пятая и шестая, может быть, самые даже интересные. Шестая, может быть, даже самая. Отдельно в седьмой, ведь история Атакана в седьмой была хороша, конечно. Вот, но там немножко середина, по-моему, проседала. Ну, я про аниме, конечно, версии. Ну, а если глава «Раскрытие тайны» у вас уже есть, советую просмотреть над всеми загадками и насладиться поиском объяснений, прежде чем приметесь за ее чтение, ведь так всего интереснее. Ага, прошу прощения без пытства. Если цикады вам понравились, то большого счастья для всех нас... Большего счастья для всех нас быть не может. それでは素敵な夜長を。ひなみざわ村で皆さんをお待ちしていますね。 レナと遊んでくれるなら一緒に宝探しに行きたいな。 ハウ。 Теперь точно у Ари. Да, довольно бестолковое заседание вышло. Нормально они так и не обсудили Рику. Только так сказали, типа, есть человек, есть, ну, типа, есть мистика, и как бы думайте сами. Не подумали ни о том, как она в 6 лет такой внешний вид имеет, так разговаривает. Про предсказания тоже нормально, сейчас как-то невнятно довольно. Единственное, заанонсили следующую арку, прошел он. Ну, а дальше просто рафлотолки, как говорится. Под конец уже совсем сомнительного удовольствия. Ну, вот такой вышла четвертая вспомогательная глава. Не особо она по итогу по времени вспомогательной вышла, сколько она там заняла. Шестьдесят пятого... А, ну ладно, по 74-й. 10 глав, грубо говоря. А, например, предыдущая, 64-я. С 40-го, то есть 24 главы было. Ну да, больше, чем в 2 раза. Так что это и правда, окей, не такая уж большая. Ну ладно, на этом конец записи.